Завтра день молодого избирателя. Молодежная избирательная комиссия подготовила новые онлайн-конкурсы, лекции и викторины для детей и взрослых. Кто такие избиратели, зачем нужны выборы и как проводить предвыборную кампанию? Повысить правовую культуру молодежи помогают онлайн-лекции и конкурсы. Проводит молодежная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия ежегодно проводит День молодого избирателя. Если раньше это был день открытых дверей Центральной избирательной комиссии, где абсолютно любой молодой избиратель мог прийти, посетить музей истории выборов, познакомиться со своим электоральным профилем, изучить архивный фонд, то сегодня, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, Центральная избирательная комиссия совместно с молодежными избирательными комиссиями нашла выход и решила сделать экскурсию в музей онлайн. За время деятельности организации члены МИК стали участниками национальных форумов «Тирос» и «Лидер», а также международных форумов «Байкал», «Евразия Глобал» и первого российско-остинского форума «Молодежь». На сайте ЦИКа и в соцсетях молодежного избиркома 12 онлайн-экскурсий в музее истории. Полезная информация об этапах становления Приднестровья, о выборах и всех референдумах. Еще новости о мероприятиях и акциях. Сейчас у нас проводится конкурс рефератов среди учащихся 9-11 классов, а также первых курсов среднего профессионального образования. Молодые ребята пишут рефераты на избирательную тематику и присылают на почту Центральной избирательной комиссии. Хочу отметить, что работ действительно очень много, работы все очень хорошие, очень достойные. Оценивать работу будут члены молодежных избирательных комиссий. Мы уже знакомимся. Мы остались приятно удивлены количеством и качеством работ. Будут несколько призеров, и победители этого конкурса будут отмечены дипломами и ценными подарками. А завтра выйдет новая онлайн-лекция о выборах просто и легко.